А сегодня, друзья, у нас очередная новинка от компании Azum. Специализированная версия светодиодных линз для грузовиков и спецтехники. Также можно и на легковые ставить. Которая модель идет А15 с приставкой 12-24. Данные линзы умеют работать в бортовой сети 24 вольта с напряжением. Но также большой плюс этих линз, так как многие жалуются, кто является обладателем грузовиков, что у них есть часто просадки, из-за этого у них дохнут дешевые китайские линзы, либо же там ксенон. Этим линзам не страшны просадки. Они могут работать в скачке аж до 30 вольт без всяких проблем. Отличная идея, друзья, если вы даже переживаете за бортовую сеть в своем автомобиле. Данные линзы выглядят вот таким вот образом. Они унисексовые, их можно поставить как взамен штатных линз, так и можно поставить в обычную оптику, которая не имела линз. То есть они могут крепиться как за хвостовик, так и за место штатных линз без хвостовика. Вот, все это прикручивается, дело. В комплекте есть так называемые переходники, шайбы и прочее. Давайте подключим данные светодиодные линзы к питанию 112, 124, на данном случае 12 вольт, и посмотрим, как они светят. Включаем. Вот мы данные светодиодные подключили линзы на ближнем свете. Вот у нас есть типа мини-стенд, чтобы обратили внимание, как они светят. Обратите внимание, друзья, на светотеневую границу сверху. Идеально ровно. Также, вот почему эти линзы сделаны специально для грузовиков или автомобилей повыше. Обратите внимание на нижнюю световую вот эту грань. То есть она идет дугой. Для того, чтобы именно подсвечивать под самим автомобилем. Когда у нас идет вот такая вот дуга снизу, значит, это вот линзы специально рассчитаны для автомобилей повыше. Обратите на хороший яркий свет как в общем направлении, так и вот на самый вот пучок, который идет в центре. На стенде это все так демонстративно, но все равно идея более чем понятна. Давайте теперь переключимся на дальний свет и посмотрим, как они светят на дальнем. Подадим питание. На дальнем свете, друзья, у нас загорается, вот еще раз сейчас продемонстрирую. На дальнем свете у нас дополнительно включается, открывается шторка и включается второй светодиодный чип, и который отлично светит вдаль. Можно сказать, чуть ли не прожектор. Вот отключили дальний, еще раз включили. Вот он, чип включился. Просто линзы бывают светодиодные. С одним чипом открывая шторку, у них просто поднимает свет, становится больше. А бывает, как здесь, включается второй чип. То есть в дальний свет у них тоже продуман изумительно. Ну и для полноты обзора давайте снимем реально, сколько же выдают данные светодиодные линзы. Для этого у нас есть приборчик, который показывает силу тока снизу, а сверху напряжение. Перемеряем эти, точнее умножаем эти два значения и получаем реальную мощность. Возьмем калькулятор. Вот сейчас, друзья, еще акцентрируем внимание, да, вот где у нас идет напряжение. Смотрите, они работают от напряжения 30, друзья, вольт. То есть даже больше, чем 24. То есть это вот если, допустим, даже раскачок автомобиля, еще раз, вот это распознание того, что линзы везут программу. Ну и силу тока. Давайте перемерим эти два значения. 30.1 напряжение умножаем на значение 1.61 на ближнем свете. Мы получаем реальную мощность, друзья, 48.5 ватт. Это только на ближнем свете. Давайте замерим теперь еще и на дальнем свете и посмотрим. Так, на дальнем у нас значение получается. Напряжение 30.01. Умножаем на силу тока 1.89. 57 ватт, друзья, практически на дальнем свете. Вот оно вам, друзья, идеальное решение для грузовиков, спецтехники, в общем, для всего того, у кого идет бортовая сеть уже 24 вольта. И им не страшны скачки. Топовые линзы модель Azum А15.